на шестой год не стали сеять, Златоуст говорит, Египет весь вымер бы. Ну вот и седьмой год не урожай. Но далее все получилось по-другому. Что бы ты ни услышал, сразу раз под это. А вот они не хотят делать. Ну не хотят делать, значит, для меня большее поприще открыто. Я никогда не рассуждал так. Ну вон, ну пусть делает, перепихивает на кого-то, как говорится. Ревность Духа Святого не позволяет этого делать. Я со вчерашнего дня сказал, краткие молитвы только совершаю, а полное там, помилуй меня Боже, все остальное, перечислял родных, кого обратиться, не знаешь, переспроси, в кротости и смирение прими. Считаю, что этим должен заняться Виктор. Со вчерашнего дня, но день прошел в тишине. Я продолжаю молиться, от меня это не отнято. Мое никуда не ушло, но я только выражал это вслух. Как, вот эта вот эти птица какая, вот посмотри какая, вот. Это удод. Очень редкая такая птица. Значит, Витя, принять это. Бери эту инициативу. И каждый раз призывай на молитву. У нас ничего не должно измениться. В общем, мы...